историю. Да, да. И я даже, знаешь, как это вижу сейчас, да, фишка в чем? Что, блядь, мысль потерял. Я потерял мысль. Я про... Сейчас. Я говорю. Все, вспомнил. Про мою речь. Видосики. Он же постоянно записывает на видео. Да. Это как бы одна и та же речь. Она немножко меняется, но это одна и та же речь. Все уже сделано. Все будет хорошо. Все вопросы решены, ответы найдены. Здесь и сейчас. И из этого можно взять, собрать все видосики и смонтировать буквально по каждому вздоху от каждого видосика и эту фразу собрать, да, которая стоит. Говорится, он такой еще молодой, матрица, с белыми бровями такой, да, говорит, дорогие, и меняется каждый миг в разного нового себя через какое-то время. Понимаешь? Просто собрать все видео, где ты говоришь в принципе одно и то же, и собрать вот эту, понимаешь, да, телегу, когда человек в 20-м году, 1810 году начал эту фразу говорить, и вот 2018 год, или даже 27-й, и он эту фразу как бы... Я вижу, ну, понял, завершение, да, этого видеоряда, когда он подходит к Владимиру Владимировичу Путину, такой, знаешь, с грамотой, с какой-то. Ага. Владимир Владимирович так, так сказать, обещающе, да, подается вперед, обещающе, да, настороженно, в глазах считается вот какие-то вот некое смятение, может быть, да. Икона, и он, сними обязательно. Вот и он жмет ему руку через икону. И Владимир Владимирович подписывает эту грамоту. И он поворачивается к зрителю, к аудитории. И все мы, свидетели всего этого торжества чего-то там, что понятно на самом деле может быть единица, мы видим это вот как притворение некой реальности, которая мы часть этой реальности. Мы пришли к этому результату, к общему же результату. Вот эта большая семья, которая была собрана, она, так сказать, может сказать, на руках выносит на волне вот этого всего к первому лицу нашего кандидата, и он принимает, так сказать. Это поздний Антипа. Да. Да. И правильная виза ставится. Это Римская империя поздний Антипа. То есть отмашка получена. Та самая отмашка, которую мы все там... Да, ждем отмашки. Да, то есть на самом деле правильно. Да, дорогие друзья, мы просто ждем отмашки. Все эти годы мы ждем отмашки. Конечно. Так устроим мир. Но оказалось, это самое. У меня говорящая рука. Нет, то, что ты сказал, это все верно. Но только я бы сюда добавил... Я просто не художник, я просто пытался... Нет, все правильно, ты сказал идеологически, ты подвел как бы правильно, как говорится, все, именно маркетологи. Хорошо. Вот время Саня говорит, про все будет хорошо. Да. Про видео. А я про аудио говорю. Да. Давайте посмотрим теперь. Думаешь? Что получилось? Да это целый сериал. Говорим, что все вопросы решены. Да, решены давно уже, все. Ты говоришь... Раньше мы об этом не говорили, а теперь стали говорить. Да, стали. Тоже момент. Не знаю, я считаю, что это вообще процесс, которым надо заниматься, это здорово, это весело. Все, да?